Всем привет, с вами Слодар, и мы играем в Хардстоун в дуэли против Ксая. Нет. Так, я выберу чернокнижника, он мне, конечно, не высокого уровня, но все же. Так, идет загрузка. Охотник. Начнется охота. Твоя душа будет моей. Так, думаю, мы вот эти вот две карты заменим. Потому что они нам сейчас нафиг не нужны на начале. О, другое дело. Так, но... Хотя, в принципе, разница, похожу я сейчас этой картой или похожу потом. Так, смотрим, что у нас предпримет Ксай. О, ё-моё. Окей. Минус... Это самый... Чувак. Провокатор, вот. Так, зову сейчас зло, короче. Берем ее. Дает плюс 2 к хп и атаке ктуна. Ох, рывок. Хорошо. Так. Угу. В принципе, выбираем провокатора. И атакуем зовущий зло. Потому что нам больше, в принципе, ничего не остается. Так. Угу. Кстати, тоже мне решил нанести 2 единицы урона и похилить себя. Умно. Ну, я вот как сделаю. Значит, скорее всего, вот этого вот убью чувачка. Себя похилю. А тебе нанесем 4, точнее 5 единиц урона. Так, думаю, будет правильнее. Отсюда точно все увижу! Так, зритель турнира, и снова хил. Ах, ты ж. Так, и мне в лицо 2 урона. Ну, хорошо. В принципе, сделаем вот так. Так. Я вот думаю сейчас, как правильно поступить. Убить провокатора провокатором или... Так много возможностей. В принципе, будет правильно убить вот этой штукой, потому что я тебе в лицо нанесу больше урона. Окей. Забираем все 2 хп и берем. О, хорошая карта, кстати, выпала. Потом, может, как-нибудь использую ее по-умному. Ну, постараюсь, во всяком случае. Питомец, призывает случайного зверя. Ух ты. Так, и сейчас у нас будет минус провокатор. Все. Ух ты. Ну, у нас есть еще один провокатор, это раз. Кинем на тебя порчу, это 2. И атакуем тебя. Блин, а зачем я кинул порчу стопы? А нет, правильно, правильно. И он на провокатора не сможет убиться, этот чувак, поэтому... Это я спустил собак. Ну, неплохо. Такие 2 урона в лицо. Так, провокатор умирает. Отлично. Так, нет, это мы пока прибережем. Заставим тебя. Сделаем вот так. О, ставим еще тебя. Теперь будем пинать тебя. Все. 3 провокатора. Это какой-то комбо.
Это, кстати, наверное, довольно-таки хорошая карта. Мне выпала всего лишь за 3 маны. Но она очень хорошая. Хорошо. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Так, что мы возьмем? Ух ты! Миллиард провокаторов, и будем бить тебе в лицо. Хотя вот, тебя можно и завалить. 3 провокатора, это очень хорошо. Значит, что, каждый раз, когда на поле будет призывать зверя, вы берете... А, угу. Значит, когда я разыгрываю зверя, Сай у нас берет карту. Ух, ё-моё. Думаю, самое время сейчас моей карте. Вау, чё мне выпало. Так, и раз я могу это юзать, то... А, в смысле? Хорошо. Я не учел то, что я ещё Сие могу нанести. Лол. Ну хорошо. 10-5. Ох, черт. Ох, черт. Фиговенько. 5 урона. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Фак. Ну не убивай, пожалуйста. Хорошо. И... Я надеюсь, что мне повезет. Да! Победа. Yes. Я убил Ксая. Ктун затащил. Отлично. Ну, вот такое вот видео было. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайкайте. Всем пока.